покрашиваем бельгийской краской под дерево. Это фасадные листы. Это покраска под травертин, под камень. Прайзон черепица там тоже. План развития тоже здесь. Покрасочную линию будем ставить, дальше развиваться. Здесь вот это все... Да, все этот ассортимент здесь тоже мы будем развивать. Здесь есть в Баткенской области очень хорошее месторождение. Если вот подгадаем, найдем хорошее месторождение, вот на Кулатовске, да, и Лукмету да, тоже есть. Если договоримся, все нормально будет, мы можем дальше на развитие ставить производство гипса, гипсокартона. Если придем к соглашению, то мы этот проект можем развить. Ваш проект просто нужно посмотреть сейчас, который вот у вас, говорите, готов. То есть объем инвестиций по финансированию. Ну, давайте тогда еще с Крымско-российским фондом переговорим, чтобы увеличить линию. Да. Как раз... На следующий год мы можем запустить. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы со своей стороны полностью готовы обеспечить все необходимые условия для работы китайских компаний на территории Кыргызской Республики. И вот просил бы вас как можно скорее запустить производство в полном объеме, для того, чтобы мы могли увеличить и экспорт нашей продукции, и количество задействованных работников на предприятии с числа местных жителей, и объем налоговых поступлений для нашей экономики и в целом показатели экономического развития региона.